Сегодня мы направили ноту постоянному представительству ФРГ при ОСХО, сославшись на статью 9 Химконвенции, часть 2. Эта статья называется «Консультация выяснения обстоятельств». Мы предложили немецкой стороне безотлагательно предоставить нам исчерпывающую информацию по всему спектру вопросов, касающихся дела Навального, будь то результаты анализов, биологические пробы, клинические пробы, словом, все, что касается этого дела. Одновременно я послал личное письмо гендиректору техсекретариата Фернандо Ариусу с просьбой довести до сведения всех государств-участников организации о предпринятых нами шагах. Имейте в виду, что согласно положениям статьи, которую я процитировал, ее части второй, немецкие коллеги обязаны ответить нам срок, 10-дневный срок. Отсчет уже пошел с сегодняшнего дня.